Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Жано Сама Юктам Винда Ванам Ману Ванча калпатару ваша кипасинду бевача. Патитананг павани бхавишна вибью намо намаха. Мукан кароти бачаланг пангунг ланхэти грим. Ятки патам ханг банди парама нанду мадвам. Бриндавай тулсиде бхай пиявай кесава сача. Сна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха. Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам. Девин сарасватин вясам тато жайо мудирай. Санкиртане кришна катхо упадеши. Гаурия патрасья пракасани ча. Садануракта гуру бхакти юкто бхакти прамодакша жагод варуна дхейям сада парибхавагнам авиштадохам тетхаспадам сива виринчинутам сараньям бхитаттихам панатопал бхавадибхутам банде махапурусате чарана равиндам Ятпада паллавана качандамани чатай. Бисфуриджи токима пигабавадушва дарши. Пурнанурагура сасагура сарамурти. Сарадхика майкадам кипам каруши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Кхиадвайта гададхара сивасади. Гаура бхакта винда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канакаха бадату санкетанай капитару камала ятакша вишамбару дижабару жугадхарма палу банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибха Рупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхаванурупе на сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибушихи тобам бхагам Нараяно прияманго мада пхарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джоша Бадани Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасясте Хиде Самбир Твам Нишинга Махамбхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе.
Кипаяхури кета намурти дарам, харани варахарак гаура джанам, джанакадика васа ласнигда падам, панамами шадапа бхупаду падам, панамами шадапа бхупаду падам, панамами шадапа бхупаду падам. Гаудия Гошипати. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру told. Гаудия Гошипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что исполнять указания вайшнавов и гуру. Ради этого я готов отправиться в ад по их указанию. Гаудия Гошипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, чтобы исполнить указания гуру вайшнавов, я готов отправиться даже в ад на бесконечное число времени с подписанным контрактом с ними. Я не буду бояться исполнять указания гуру вайшнавов, если так много проблем будет. То, несмотря на это, я готов исполнять их указания, чтобы любыми методами я готов исполнять их указания. Не думайте, что Шрила Прабхупад чем-то гордится. Он говорит так, что из-за смирения. И когда Вриндаванадас Тхакура Махасой говорит, что я привожу много свидетельств в пользу великолепной личности Нитьянанда Прабху, его беспричинной милости, я так много аргументов привожу в его пользу. И если все же какие-то люди не примут его, то в этом случае я готов ударить их. Вриндаванадас Тхакура Махасой говорит, что я готов ударить таких людей. Кто-то может как-то негативно подумать, что у Вриндаванадас Тхакура какое-то ложное эго, и поэтому он говорит таким образом. Но это не так. Шрила Прабхупад говорит о настроении Кришнадаса Кавираджа Госвами. И вот настроение Кришнадаса Кавираджа Госвами, который говорит такие слова. Я не говорю полную шлоку, поскольку время займет. И вот вы слышали эту шлоку? Пуруджагая Мадхая. Мор нам джей шуне, тар пап хой. Эмон нигхинна море кива кипа коре, эг нитхананда бину джагат майхаре. Кто может пролить беспричинную милость на нас? Я падшая душа, такая падшая душа, что вы не можете сравнить меня даже с Джагами Мадхаем. Вы не можете меня сравнить с ними. Они более возвышены, чем я. А мое положение настолько низко, что даже какое-то насекомое в испражнениях, это лучше, чем я. И вот он продолжает, что тот, кто повторит мое имя, он потеряет свое благочестие. А если услышит мое имя, то совершит оскорбление. Тар пап хой. Пап
Вот здесь пап грех, грех не оскорбление, более точно переводится как грех. И Шрила Прабхупад он объясняет, что когда Вриндаванадас Тхакур Махашой говорит таким образом, мы не должны превратно понять его. Шрила Прабхупад говорит то настроение, которое выражает Кришнадас Кавирадж Госвами. Он говорит о себе, что он находится в более низком положении, чем эти насекомые в испражнениях. И вот Шрила Прабхупад говорит, что настроение Кришнадаса Кавираджа Госвами, оно такое же, как настроение Вриндаванадас Тхакур Махашая, который говорит, что готов ударить тех людей, которые не могут принять всего величия Нитьянанды Прабху. И вот это наивысшая сокровенная сиддханта. Внешне сложно это понять. И поэтому люди не могут понять. Когда Шивананда Сен, он был ударен Нитьянандой Прабху. Вы помните, однажды Нитьянанда пнул его. И вот, когда Шивананда Сен был ударен Махапрабху, это было на пути в Пурушоттам Дхаму, в Нилачал. И вот Шивананда Сен, он задерживался, и Нитьянанда Вадхут Саньяси, он решил пролить на него особую милость, и поэтому ударил его. И Шивананда Сен, он понял эту милость. Он понял, но родственники Шивананды не поняли, они подумали, что Нитьянанда слишком возгордился, что бьет нашего Шивананду. И вот они начали возмущаться, что он служит самому Махапрабху, как он смеет его бить. После этого все поняли, что для того, чтобы дать этому Шивананде уникальную полную милость, полную гора Крипу, Нитьянанда Прабху, он ударил его. И когда Шрила Прабхупад, он строго говорит, или Шрила Кешава Госвами Махарадж, они очень жестко говорят, то большинство людей, они не понимают или превратно понимают, не понимают, почему они говорят так жестко. Много раз в моей харикатхе я говорил, до тех пор, пока вы не поймете Вани Сварупу Бхакти Сиддханту Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупады, то до тех пор, и вот пока вы не поймете Вани Сварупу Гурварги, вы не достигнете успеха и не сможете совершать баджан естественно, если ваш Гурудев Садгуру, то тогда вопрос такой возникает, что значит Садгуру? Садгуру значит тот, кто имеет вечную сварупу, у кого есть вечная духовная форма. Он физически находится здесь, как Голки Шрадас Бабаджи Махарадж в своем физическом теле, и в то же самое время на Голоке во Вриндаване он совершает служение там, и Шрила Прабхупад, а также вся наша Гурварга. Нитья Садгуру значит, тот, кто в своей одной форме пребывает здесь, а в другой форме Саки Манджари, он там служит в том духовном мире. Таким образом можно найти такое. И вот сегодня я хочу обрести милость с лотосных стоп Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Поскольку сегодня день его явления, сегодня день Кришна Панчами, пытайтесь понять каждое слово. И вот сегодня день Кришна Панчами.
И 15 дней ранее было Шукла Панчами. Особые титхи. И вот 15 дней до того было Шукла Панчами. Шукла Панчами. Это Пурнамаси. И вот это Пакша. Панчами. В этот лунный этот. В общем, то полная луния была, это новолуния. И сейчас Кришна Панчами, новолуния. И в тот день можно вспомнить, был день Сарасвати Пуджа, день Шукла Панчами. И вот Сарасвати Пуджа значит Бак Деви. И вот можно вспомнить, я говорил об этой шлоке. Бак Иша значит Бак. Вакья Иша значит Деви. Вак Деви, богиня слова. Богиня знания, Види. Ее зовут Сарасвати. Но как Йогамая и Махамая. Йогамая, она помогает нам обрести связь с Кришной. Йогамая может помочь нам обрести связь с Бхагаваном Шри Кришной, Вечной Даме. Но Махамая, она пытается нам препятствовать. И также Сарасвати, есть Душта Сарасвати и Шришта Сарасвати. Я имею в виду Душта Сарасвати, какая-то такая плохая Сарасвати, у которой Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, точнее Шрила Бхакти он такой уже сказал. Джоробидда жато майяр вайбхав тумар бхаджане бадха анитта саңсаре моха жанмия джибке карай гадха. И вот материальное образование, оно может сделать человека ослом. Любое материальное образование, которое мы получаем, может в Англии или еще в каких-то таких известных странах, но все же это материальное образование сделает человека ослом. Ослы, они не могут жить без какого-то груза, всегда стремятся что-то носить с собой. И также он говорит о Вагдеве, материальное Сарасвати. Она запутает вас в этом материальном мире с помощью какого-то материального образования, с помощью которого вы можете быть запутанными в различные материальные дела. И таким образом у вас не будет возможности совершать харибаджаны, поэтому Шрила Бхактивинода Такур говорит, любые виды материального образования — это подобное богатство, которое дает Майя Деви, которое, несомненно, является препятствием на пути харибаджана. Будьте осторожны, не каждый подобен Бхактивинода Такуру. Не каждый может, или Баладев Виде Буш, не все могут то есть не все могут использовать какое-то материальное знание в служении. И вот через 15 дней, то есть 15 дней назад был день явления Вишну Придеви Апракрита Сарасвати, и мы говорили об этом, но открыто. Мы говорим о Шриле Бхакти Сиддханте Сарасвати. И после, через 15 дней, вот сегодня день явления Сарасвати, Шрилы Бхакти Сиддханте Сарасвати. Это тоже Сарасвати, явившийся в другой форме, как Йогамая и Махамая. Махамая — это тень Йогамая, и таким образом мы можем объяснить, есть изначально Видья Деви, а то есть Сарасвати, она пришла в форме Вишнупри, еще в особой форме. Она пришла в форме Шрилы Бхакти Сиддханте Сарасвати.
Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, его имя. Но Шрила Прабхупад никогда не говорил о себе, о том, что вот так себя не называл. Он просто писал, подписывался как Сиддханта Сарасвати, настолько смирен он был. И вот он очень был смирен, что даже Бхакти Сиддханта Сарасвати никогда не подписывался, просто писал о себе как Сиддханта Сарасвати. И вот таким образом, действительно так, из бхакти, если мы хотим отделить какую-то отдельную сиддханту, то в бхакти не остается значения. Бхакти и сиддханта, они должны быть вместе. Пытайтесь понять. Бхакти и сиддханта, эти два слова, если разделим бхакти и сиддханту, это будет плохо. Поскольку бхакти значит сиддханта, а сиддханта значит бхакти. Бхакти значит сиддханта, а сиддханта значит бхакти. Бхакти значит действие. В грамматике мы знаем баджадату севаям. В санскритской грамматике преданные совершают служение Верховному Господу, если это вообще слово сева применяется или нет. Какие-то люди делают какую-то работу, нельзя сказать, что это сева. Только те, кто имеет связь с Гуру, Вайшнавами, Верховным Господом, их действия являются севой для удовлетворения Верховного Господа, а не что-то еще. И вот бхакти значит действие, бхакти значит служение, а служение должно совершаться согласно сиддханте. Бхакти значит действие, бхакти значит действие, и это сева должно совершаться с помощью сиддханты. Если сиддханта отделена и бхакти отделена, нет никакой связи, то это не настоящее служение. Глупые люди могут говорить, что кто-то какое-то служение делает, но те, кто утвердились, те возвышенные Гуру Вайшнавы, они никогда не могут сказать так, поскольку одно включает в себя другое. И вот этот Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он Сарасвати, Сиддханта Сарасвати, я имею в виду. Это подобная эволюция во всей истории жизни, преданность, в преданности. Во всей истории бхакти это эволюция, и вот можно найти, что это подобно эволюции. И эта эволюция, она не... Ее нигде нет. И после явления Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такур Прабхупады случилась такая великая эволюция Бхакти Сиддханта. Его сиддханта была очень уникальна, очень тонка, очень великолепна, что большинство людей даже не смогли понять его должным образом. И вот большинство людей, они не поняли его. Не поняли, что хотел сказать Шрила Прабхупада. Они не понимали языка его сиддханты, что он хотел сказать. Только те, кто возвышенные, те, кто уже получили его милость, они могли только понять, что это сиддханта нашей Гуруваги, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, Кешава Госвами Махарадж. И вот они говорят только и только по милости Бхакти Сиддханты. Это было возможно понять его сиддханту. Силы никто не мог ее понять, поскольку это Свапракаш Васту, сама сияющая. И вот Шрила Прабхупад, его Ачарьятва, она вечна. Его Ачар, он, его характер. It's not that he took birth that 1800 and this and he manifested after not there.
То есть он вечный ачарья. Не значит, что он когда-то родился, а до этого не был. Нет, он ведь вечный ачарья. Его ачарьятва, она идеальна, она вечна. Он является не на какое-то время, а он вечен. То есть не значит, что был ачарья какие-то несколько десятков лет, а потом перестал. Нет, он вечный ачарья и с проявлением. И с проявлением ачарьятвы Шрилы Прабхупады Сиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады, все другие ачарьи, они затмились его сиянием. И вот все могут, то есть никого во всей истории не было, кто бы был бы подобен, и тем более тех, кто превзошел его, такого ничего не было подобного. Я, будучи в Пури, говорил, что был Рамануджачарья, Мадхавачарья, четыре вот Мадхавачарья, Вишну с вами, четыре великих вайшнавских ачарья, Нимбаркачарья тоже был. Они потом в их преемственности также было множество ачарий, но мы не можем даже подсчитать, сколько их было, но никто никогда даже близко не мог сравниться с Шрилой Прабхупадой. И вот ачарьятва Шрилы Прабхупады, она была гораздо более великолепна. И вот все четыре ачарьи, они пришли, великие ачарьи были, можно посчитать их в четырех сампрадаях, четыре главных ачарьи, и вот четыре ачарьи из четырех сампрадай. И все они. И так. And all link in that link, Рамануджачарья, Мадхваджа, in their link, later on life, so many acharyas came. I know you are feeling sorry for this Siddhanta, but it is 100% perfect and approved by all big, big acharyas. Nobody can cut this Siddhanta. Because he is coming from Radharani. Шрила Прабхупад, он пришел от самой Радхарани, он в Ришабхану Нандини, и поэтому я очень чувствую огромную силу, говоря об этом. Он пришел от Радхарани, а ачарьятва Радхарани, она несравненна и непревзойдена, а другие ачарьи, никто из них не пришел от Радхарани. Пытайтесь понять научное значение этого. На пути сева они, конечно, хороши, Рамануджачарья, Мадхваджачарья, они велики, но в отношении служения, но то служение, которое было дано Шриле Прабхупаде, это то служение, которое исполняет сама Радхарани. И в этом отношении Шрила Девгасвами Махарадж написал вот такую аштаку в сердце Шрилы Сиддхартха Девгасвами Махараджа. Сиддханта значит эволюция. Много людей не могут понять, но если они придут ко мне, я объясню, почему я так говорю. Не каждый может что-то сказать по этому поводу. И вот сердце Шрилы Сиддхартха Девгасвами Махараджа. Вани Сварупа Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады. Она проявилась в его сердце. Пытайтесь понять. Внутри сердца Сиддхартха Госвами Махараджа. Вани Сварупа, она полностью проявилась.
И поэтому это было возможно для Шрилы Шридхара Госвами Махараджа. Написать эту аштаку таким образом. И вот он написал совершенным образом, он описал портрет жизнеописания и учения Шрилы Прабхупады в этой аштаке. Он представил Ванисварупу Шрилы Прабхупады. Вот она была описана нашим Шрилы Шридхара Госвами Махараджем. Вришабану Сутаду Итанучаран. Шрила Прабхупад, он говорил о себе как Наяна Муни Манджари. И вот в одном из своих писем написал одному из своих спутников, и вот он написал ему, то, что Вришабану Нандини Радхарани, она всегда пытается сохранить эту глупую гопи вместе с собой все время. Но эта глупая гопи настолько глупа, что хочет куда-то уйти, оставив Радхарани, и Радхарани, она ищет ее, куда же она пропала. Куда же пропала эта Сакхи? Как, то есть она подобна глазам, без глаз мы не можем ничего видеть. И таким образом Радхарани, она когда не может видеть Наяна Муни Манджари, Наяна значит глаза, а есть эти глазные яблоки. И вот с помощью этого глазного яблока можно видеть все. И вот материалисты, которые не слушают совершенную харикатху, они не могут понять. Те, кто слушает какие-то материальные вещи, они не могут этого понять. И вот как Радхарани относится к Наяна Муни Манджари, как к своим глазным яблокам. И поэтому ей дано такое имя. Наяна, значит, глаза, Мони, значит, ретина, Манджари. И Шрила Прабхупад, он написал письмо одному из своих спутников, чтобы... И он в нем описывает свое положение, как Наяна Муни Манджари Радхарани. И вот, чтобы... И вот, Шрила... Я много раз говорил то, что Шрила Прабхупад говорил однажды один. Молодой человек спросил, и вот он сказал, что вы единственный путь, это прийти и служить Шри Чайтанья Матхе. Этот молодой человек возмутился, почему вы говорите так. Он ответил, думаете ли вы, что есть какой-то другой путь, кроме Чайтанья Матха? Сварупа Чайтанья Матха сейчас нельзя ее видеть, к сожалению, но Шрила Прабхупад говорил об изначальном Чайтанья Матхе. Из-за влияния Майи Чайтанья Матха мог спрятаться или пытаться спрятаться на какое-то время. И вот Шрила Прабхупад сказал, и как я говорю, так что четыре ачарьи могут быть, множество ачарьи явилось, но то, как Радхарани хотела служить Кришне, это наивысшее. Все согласятся с этим. Это как математика. Каждый вынужден следовать и признать, что служение Радхарани, оно наивысшее. И вот эта шлока из Бхагаватам и Рупа Госвами Пад из Расамрита Синдху также приводит. И здесь Анукул Сева. Анукул значит благоприятно. Наша Гурварга дает такое значение, что Анукул Сева под руководством Радхарани. Анукул Сева значит под руководством Радхарани. Поскольку без служения Радхарани другие виды служения не столь важны для Кришны.
смотрите служение Радхарани, оно наивысшее. И под руководством Радхарани те, кто совершает служение, они, несомненно, Сакхи Маджари, как Шрила Бхактивинода Тхакур. Лалита, под руководством Лалиты Сакхи Камала Муни Маджари. И таким образом вся наша Гурварга, большинство из нас всех, и наши Гурварга, они служат под руководством Радхарани. Поэтому я говорю так, служение Шрилы Прабхупады, Ачарьятва Шрилы Прабхупады, оно великолепно. И те, кто думает, что нет Ачарьятва Шрилы Прабхупады, не так велика, то такие люди не понимают. Почему я говорю так или иначе, вот так Шрила Прабхупад говорит о себе так. И Шрила Прабхупад очень часто объяснял этот стих, что сева апракрита атхокшаджа и акшаджа атхокшаджа. Шрила Прабхупад много раз объяснял эти слова. Если понять, что такое атхокшаджа, акшаджа, как понять значение всех этих терминов, что такое акшаджа и адхокшаджа. И вот Шрила Прабхупад, он объяснял все это, поскольку, не поняв все эти термины, есть вероятность, что вы превратно поймете Шрилу Прабхупаду Бхагавад-сиддханту Сарасвати. Вот так или иначе, с самого начала Шрила Бхактивинода Тхакур, когда Шрила Прабхупад явился перед явлением Бхактивинода Тхакур, он был у Бимала Деви. Бимала Деви — это Чит-Чит Шакти Джаганатха. И вот перед тем, как Шрила Прабхупад родился, он Бхактивинода Тхакур явился, молился лотосным стопам в этой Чит-Шакти Бимала Деви, чтобы та даровала милость ему. И таким образом, через какое-то время, Шрила Прабхупад родился в Пурушоттам Дхаме, Нилачала Дхаме. В доме Шрилы Бхактивинода Тхакура, и все так об этом знают, я не буду заострять внимание на этом. Скажу главные вещи. Вот Шрила Бхактивинода Тхакура, благодаря милости Бимала Деви Чит Шакти Бхагавана, и вот она пролила свою милость на него. И таким образом Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, его имя было Бимала Прасад, Бимала, то есть милость Бимала Деви. И вот он родился там, и вы уже знаете, я не буду объяснять, у него была так пуповина, так запуталась, что стала похожа на священный шнур. Но главное то, о чем я, почему я говорю здесь это Сиддханту, потому что в Падма Пуране можно найти такие слова. И вот там сказано «Юдкале Пурушоттама». И вот там такие слова в Падма Пуране, что в Кали-Калу великая личность явится, родится в Пурушоттам Дхаме. И он изменит весь мир благодаря практике чистой преданности. И чтобы воплотить это в жизнь, Шрила Прабхупад явился в Пурушоттам Дхаме в Нилачале. И он воплотил в жизнь эти слова, которые написаны в Пуранах, в Падма Пуране. И потом он пришел в Бенгал, в Надию, явил различные лилы. И потом он опять посетил Пурушоттам Дхаму, чтобы совершать баджан, совершать служение, поскольку Шрила Прабхупад в своей жизни он совершил шатакутинам ягью. Он повторил миллиард святых имен на Читакпарвати и в Читани Матхе. Два раза он брал и исполнял такие обеты. Чандрасекар Ачарья Бхагаван Вайд is now Чайтанья Вайд, you know?
И вот в Чандрашекар Бхавани Чайтанья Махапрабху можно найти Бхаджана Кутира Шрилы Прабхупады, где он повторял миллиард святых имен. И вот когда Шрила Бхактивинода Тхакур и Прабхупад, они отправились в Нилачал, я несколько лил расскажу их. И вот когда Аннада Шанкар, он был старший сын Шрилы Бхактивинода Тхакура. И вот Бхактивинода Тхакура, он женился второй раз, был, поскольку жена умерла. И потом как... И вот лила такая была, и его мать умерла, ну, в смысле, мать Шрилы Прабхупады, и вот этот Аннада Шанкар, старший брат, и он являл лилу болезни в Пурушоттам Дхаме. И вот Бхактивинода Тхакура, из-за своего служения, ну, в смысле, он работал этим губернатором или кем-то там, детям, ну, как что-то вроде губернатора, и вот он. И вот он по работе ездил во множество этих мест, и в итоге Бхактивинода Тхакура отправили Пурушоттам Дхаму. Он этим британским правительством был отправлен в Пурушоттам Дхаму, и там он находился в том же месте, где мы отмечаем, отмечаем явление Шрилы Прабхупады, и вот в том месте Шрила Бхактивинода Тхакур, он находился там, и там он делал всю свою работу. И можно вспомнить, он как этот дистрикт магистр, он поймал Бишкишина там. Бишкишина был такой йоги, он множество проблем причинял. И Бхактивинода Тхакура, благодаря силе своего баджана, в то время Бхактивинода Тхакура не получил посвящения. Но он вечный спутник Махапрабху был, и вот он смог этого Бишкишина поймать и посадить в тюрьму. И таким образом Бхактивинода Тхакура находился там, и британское правительство дало ему работу, чтобы он контролировал храм Джаганнатха. И вот в то время Шрила Бхактивинода Тхакура, он сказал, это моя... И вот он говорил, я находился в лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Там Чайтаньи Мандал, есть такое место. Внутри ну, в общем, там отпечатки стоп Махапрабху есть внутри храма Джаганнатха, там, где он стоял, смотря на Джаганнатха, то камень тот расплавился и образовались отпечатки его стоп. Чайтанья Мандала называется. И вот множество преданных они после работы все приходили, совершали санкиртан там, и вот в то время Шрила Прабхупад, он во время Ратха-ятры, они... И вот во время Ратха-ятры, это Ратха проезжала и остановилась у ворот дома Шрилы Бхактивинода Тхакура и не смогла ехать дальше. Chariot not going, Jagannath stands. Then Bhagavati Ma taking
И вот тогда Бхагаватима, его жена, взяла Бимала Прасада и пошла предложить его Джаганатху, получить милость. И тогда, когда она поднесла его, то лотосная гирлянда Джаганатха упала прямо на этого Шрилу Прабхупаду. И тогда все поняли, что он не какой-то обычный ребенок. И вот так или иначе, Бхактивинода Тхакур, он сказал однажды о Шриле Прабхупаде вот такие слова: «Сарасвати Кришна Прия». И вот Шрила Бхактивинода Тхакур написал в одном из киртанов то, что... И вот он написал в одном из киртанов то, что Шрила Бхактивинода Тхакур, он провозгласил Сарасвати Кришна Прия. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад, он Шакти Бхагавана. Сарасвати Кришна Прия. На английском слово «прия» как вот перевести? Не все можно перевести. Но так или иначе, Сарасвати Кришна Прия значит Сарасвати Бхакти Сиддханта Сарасвати. Он Шакти Джаганатха. Кришна Бхакти Тарахия. Это тоже бенгальские санскритские слова. Хи значит тело буквально. Сердце. И бхакти – это сердце того Сарасвати Тхакура. И все трансцендентное тело его, оно полно бхакти. Бинод, бхакти Винод Тхакур, он выражает... И вот Бхакти Винод Тхакур говорит, это все великолепие Бхагавана, и здесь Винод значит двойное значение. Первое, Винод значит Кришна, как Винод Бихари. И другое значение, если мы хотим... Не... И вот один человек из Кальяни однажды сказал, какой-то ересь, не хочу больше видеть, он что-то оскорбительное сказал. Они не переносят Шрилу Прабхупаду, и поэтому я не хочу его больше видеть. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур написал, Винод значит Бхагаван Шри Кришна. Вайбхав значит это буквально богатство Кришны. И вот Бхактивинода Тхакур, он дает нам это великое сокровище этого гуру. Во время явления Шрилы Бхактивинода Тхакура я говорил такую шлоку про него. И вот эту шлоку я уже объяснил. И таким образом, с самого начала его жизни можно видеть, и те, кто настоящие преданные, они поймут, кто он на самом деле. И вот то, о чем я хочу сказать, я опять вернусь к Сиддханте. Аннада Шанкар, старший брат Шрилы Прабхупады, от первой жены. И вот этот Аннада Шанкар явил лилу болезни, у него страшно голова болела. И однажды случилась какая-то проблема, доктора его не могли вылечить. И в итоге он уже очень плохо ему было то, что Шрила Бхактивинода Тхакур попросил Бимала Прасада. О мой сын, сиди здесь, о Бимала Прасад, Шрила Прабхупад, он Шрила Прабхупад никогда не
называл Бхактивинода Тхакура отцом. Я Бхактивинода Тхакура никогда не называл. Шрила Прабхупада своим сыном за всю свою жизнь. Он воспринимал его как гуру. И наоборот, соответственно, у них не было таких отношений отца и сына. Материалисты необычно вот заняты этой телесной концепцией, но Шрила Прабхупад никогда не думал, что Шрила Бхактивинода Тхакур, он его отец. Он относился к нему как к гуру. И вот Шрила Прабхупад, он писал, когда я смотрел на лотосные стопы Шрилы Бхактивинода Тхакура, то я видел всю славу Радхарани. Я очень четко видел Радхарани в нем, и это подлинный даршан. Запомнить какую-то философию — это не даршан, и говорить какие-то лекции — это не даршан. И вот Шрила Прабхупад говорит, много раз говорил, то, что когда бы я не смотрел на Шрилу Бхактивинода Тхакура, на его лотосные стопы, я очень четко видел Радхарани в нем. Понимаете? И вот Шрила Бхактивинода Тхакура просит о Бимала Прасад, сегодня ночью, сегодня особо ты должен всю ночь находиться здесь и повторить Харинам. Можешь ли ты это сделать? Да. Сегодня ты должен вот находиться в этой комнате и повторить Харинам, поскольку твой старший брат очень болен, может умереть в любой момент. И вот Бимала Прасад Сарасвати сидел там, повторял Харинам всю ночь. И вот в конце ночи, где-то в 3-4 утра, состояние этого Анада-прасада очень критическое было. И тогда Шрила Бхактивинода Тхакура и все члены семьи пришли посмотреть, что случилось, и они обнаружили чудо. И что это случилось? На лбу этого Анада-прасада, умирающего Анада-прасада, автоматически Рамануджа Тилок явился. Тилока не было, он просто болен был. И Рамануджа Тилок явился на его лбу. И после этого этот Дживатма Анада-прасад сложила руки и сказала всем своим родственникам: но в прежней жизни я совершил ошибку в адрес, оскорбил этого Бимала Прасада. Он вечный спутник Бхагавана Радхарани. И вот, чтобы избавиться от этого оскорбления, я вынужден родиться в доме Шрилы Бхактивинода Тхакура. Иначе что же делать? Я совершил ошибку в адрес Бимала Прасада Сарасвати. И таким образом, после Бхактивинода Тхакура он дал указание. И Шрила Прабхупад, он сказал, он начал повторять Харинам. И эта Дживатма, она извинилась и оставила свое тело. Это очень знаменитый случай. Какие-то новые люди не знают об этом, но так и случаи известны. И вот мы также можем продолжать обсуждать Ачарьяту Шрилы Прабхупады. Если мы обнаружим в этом мире Радхарани, если Радхарани снизойдет сюда, явится перед нами так или иначе, как это сложно представить, но если вдруг, но так как Радхарани, если даст нам какие-то наставления относительно исполнения Кришна Севы, то это будет так же, как говорил Шрила Прабхупад, то как служение совершает Радхарани, оно подобно служению Шрилы Прабхупады. И это особенность
Шрилы Прабхупады все время, и Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, мы видели в жизни Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады, что он очень был счастлив, совершая Ванисеву все время. Если вы позволите Шриле Прабхупаде совершать Ванисеву 24 часа в сутки, то он будет очень доволен. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил, он был очень счастлив, совершая Ванисеву. Даже если мы пытаемся его на часть секунды остановить, то он чувствовал себя неудобно даже в последний момент жизни, когда Шрила Прабхупад был болен. Преданные просили Шрилу Прабхупаду остановиться и не перестать говорить Харикатху, но Шрила Прабхупад не мог. Он хотел продолжать говорить Харикатху все время, 24 часа в сутки. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что мы видели его, что его тело есть олицетворение Харикиртана. Когда Харикиртан пришел, в форме Ванисевы, и вот когда Харикиртан пришел в форме Вани Вапу, в форме Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, мы, обычные люди, не смогли понять, это случилась эволюция, все осуждения Ачарьятва, все случилось эволюция. Мы можем обсуждать об этом долгое время, но все же это невозможно. И таким образом, любые богатые люди, если они хотят дать какое-то пожертвование, но вначале Шрила Прабхупад смотрел, как они на отношение тех, кто хотели жертвовать. Если Шрила Прабхупад видел, что они слишком привязаны к деньгам, то Шрила Прабхупад не принимал такие пожертвования. И если ставили какие-то условия, что вот даю вам деньги, сделайте то, сделай. И Шрила Прабхупад говорит, забирайте назад ваши деньги, не буду вас слушать. Если вы даете пожертвование мне, то это моя обязанность делать наилучшее за ваши пожертвования. А если вы не верите, то это уже ваше дело. Можете уходить. И вот Шрила Прабхупад говорит, если у вас есть стопроцентная вера, то как я могу использовать эти деньги ради вашего блага, то я их использую. А если вы какие-то условия оставите, то забирайте ваши деньги, они мне не нужны. И Шрила Прабхупад всегда говорил так. За всю свою жизнь Шрила Прабхупад никогда не шел ни на какие компромиссы с никакими сахаджиями. И вот Шрила Прабхупад никогда не шел ни на какие компромиссы. Как вы знаете, случай в Балигае, когда Шрила Прабхупад являл лилу болезни, то в то время Шрила Бхактивинода Тхакура благословил Шрилу Прабхупаду, сказал, что ты должен идти и представить, защитить честь нашей Гурварги вот, относительно темы браманов и вайшнавов. И вот он пошел туда, утвердил Сиддханту, опроверг все доводы противоположной стороны. И вот там был этот Вишвамбарананда Дев Госвами. Он был Ачарья Шьямананда Паривара, великий пандит. И вот он был, этот Вишвамбарананда Дева Госвами был председателем всего собрания. И вот он, Вишвамбарананда Дева Госвами, он попросил Шрилу Прабхупаду, чтобы тот говорил на тему браманов и вайшнавов, о том, кто же лучше. И Шрила Прабхупад в течение 4-5 дней говорил на эту Сиддханту, и все, кто слушали, они
и все эти противники были опровергнуты, они быстро ретировались, а все остальные хотели взять пыль с лотосных стоп Шрилы Прабхупады. Вишвамбарананда Девгасвами сказал, чтобы немножко подождали, и вот взяли огромную емкость, начали омывать лотосные стопы Шрилы Прабхупады свежей водой, и его воду, соответственно, сливать в эту огромную емкость. Попросили людей не трогать Шрилу Прабхупаду, пойти и взять Чаранамриту с этой емкости. И вот описывается, что за несколько минут буквально вся вода была разобрана людьми. И все люди начали кричать: «Джай Прабхупад! Джай Прабхупад! Бхакти Сиддханта Сарасвати!» И после этого этот менеджер того собрания, он попросил Шрилу Прабхупаду: «Эти люди просят вас дать посвящение, не хотят получить харинам от вас. Можете ли вы дать харинам?» Но одна просьба — попросить их за то, что чай пьют. Иногда чай пьют, курят там раз в месяц, и пан изредка жует. И вот простите это. Но Шрила Прабхупад сказал: «Я не гуру, я ученик, я не буду с такими условиями никому давать посвящение». И вот так он, хотя было 3000 желающих, но Шрила Прабхупад никому не дал посвящение с такими условиями. И вот Шрила Прабхупад оставил это место, и вот Раджа Манидра Чандра был также там. И в Пурушоттам Даме другая лила была, вы уже знаете, я думаю, что Шрила Бхактивинода Тхакур и Бимала Прасад Сарасвати, они отправились в Пурушоттам Даму совершать баджан там, рядом с Шатасаной, Самадхи Мандиром Харидас Тхакура. И вот там это место, и Шрила Бхактивинода Тхакур там начал объяснять читание Чайтамриту. И вот однажды Шрила Бхактивинода Тхакур хотел отправиться в Калькутту ради какой-то причины и сказал Бимала Прасаду, чтобы тот продолжал объяснять читание Чайтамриту, а я вернусь через недельку. И вот Шрила Прабхупад начал говорить, объяснять читание Чайтамриту, но после того, как Бхактивинода Тхакур вернулся, он увидел, что количество слушателей заметно уменьшилось. Почти никого не осталось. А почему? И Бхактивинода Тхакур подумал, почему что. И после этого он сказал: «Хотя я вернулся, сейчас же продолжай объяснять, я потом начну». И вот он слушал, и Бхактивинода Тхакур, он сказал: «Бимала Прасад Прабху, я думал, почему? Почему количество слушателей так уменьшилось? И сейчас, слыша твое объяснение, я понял, и это причина, почему людей меньше стало, поскольку ты говоришь все об абсолютной истине, и люди не могут переварить это. Абсолютная истина, она вызывает несварение у большинства людей. Если я буду говорить об абсолютной истине, люди недовольны будут, гневаться будут, но доказать, что такой человек говорит что-то неправильно, нельзя, поскольку все это говорится из Гауди Сидданты. Это зовется Шроута Пантха. Весь мир, я не хочу
получить, не ожидая получить ничего за свою харикатху. И вот Шрила Бхактивинода такого говорит, теперь я понял, почему количество слушателей стало меньше, ты должен продолжать говорить таким образом, хотя люди не могут понять, не все могут понять и принять, но все же ты должен продолжать говорить об абсолютной истине. И вот тем временем группа каких-то бабаджи, мошенников появилась и пообещали, что если вдруг его на улице поймают, то изобьют. И вот, в общем, эти бабаджи хулиганы собрались и вот начали угрожать. И Шрила Бхактивинода Тхакур решил, что с ними драться нехорошо, лучше переехать. И вот он попросил Бимала Прасада отправиться в город Дхаму, в эту Майяпур Дхаму. В Читани Матх, там где сейчас Читани Матх, в Раджапатан. И ты можешь там поселиться и начать повторять святые имена. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур дал ему Харинам Малу. И по указанию Харинама, по указанию Шрила Бхактивинода Тхакур, он приехал и начал совершать Шатакоти Нам Ягью. 100 по 10 миллионов святых имен. И вот он готовил, просто кичри кует, потом ел с пола, такой не обед был. Не руками, а есть без рук, обед такой. И вот он таким образом ел прасад с земли. Гограс, такой это обед. И вот он повторил Харинам, и под руководством Харидаса Такура, Шрила Бхактивинода Тхакура, и он совершал Шатакоти Нам Ягью, она практически достигла успеха. И тем временем наша Гурварга Панчататва не явились и дали указания. И вот они явились в небесах, и Гурварга Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж, и все они дали наставление о Бимала Прасад Сарасвати, продолжая проповедовать Гауранга Апракрита, послание Гауранге. И вот Бхактивинода Тхакура, и вот Шрила Прабхупада спросил, как это возможно, проповедуют для меня, у меня нет ни денег, ни власти, ничего. И они сказали, продолжай, совершай Гауравани Прачар, и все придет к тебе, придут люди, деньги, возможности и все остальное с великим энтузиазмом. Продолжаю проповедовать, мы пошлем тебе все. И вот мы вскоре увидел, что вся наша Гурварга, как Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шридхара Госвами Махарадж, Госвами Махарадж, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, вся Гурварга, они пришли и посвятили свою жизнь лотосным стопам Шрилы Прабхупады. И после этого Шрила Прабхупада решил построить Читани Матх. И также Шрила Прабхупада совершал Шатакоти Нам Ягью, также в Йога-Питхе, в три раза получается, в Читак-Парвате, в Пури и вот в Читане-Матхе. И таким образом Шрила Прабхупада много раз совершал Нама Ягью, и за всю жизнь Шрила Прабхупада никогда не отдыхал внешне, но имеется в виду, никто не видел, когда он отдыхает, он всегда был занят каким-то служением. А если отдыхал, то очень мало и так незаметно. И вот Шрила Прабхупада совершал все это служение, также вы знаете, перед читанием Адхам Йога-Питх Мандир был также основан. Шрила Бхактивинода Тхакур оставил тело в 1940
2014 году, и перед тем, как оставить тело, Бхактивинода Тхакур обнаружил это место. И вот в Йогапитши Мандире он обнаружил и по указанию Бхактивинода Тхакура, там Гуру Вишнуприя, ей поклонялись Гуру Вишнуприя, потом Лакшмиприя пришла, потом по желанию Бхагаватима Рада Мадав появился Панчататва, все позже пришло, но потом по указанию Шрилы Бхактивинода Тхакура Йогапитши Мандир был основан. И была только одна виграха там, Гуру Вишнуприя, ничего иного. И Апракрита Адхокшаджа виграха во время того, как копали этот для фундамента, там этому божеству поклонялся Джагнат Мишра, и там обнаружили его в этом в подвале. Ну, имеется в виду, где фундамент был. И таким образом это большой храм не смогли, точнее, не строили йога. И потом его воздвигли. И когда Сакичаран Баба был, два ученика Шрилы Прабхупады. Один Сакичаран Бабаджи Махарадж, а другой Джагатбандху Бхактиранджан. И вот этот Джагатбандху Бхактиранджан, он дал деньги для этой калькутской Гаудия миссии. А Сакичаран Дас Бабаджи Махарадж, он дал деньги для этого храма Йогапитха. Это в Йогапитши Мандир они построили. И вот так или иначе, Шрила Прабхупад, он сказал, что Джагатбандху Бхактиранджан и Сакичаран, они прежде были торговцами. Шрила Прабхупад иногда смеялся и говорил, за всю свою жизнь я пытаюсь очистить их сердце, чтобы их такое, чтобы их настроение торговцев ушло. Хотя они преданы, но все равно какое-то такое торгашеское настроение осталось. И вот Шрила Прабхупад говорил, что сложно очистить их сердца, поэтому Шрила Прабхупад дал им такой титул Сетхачарья. Сетхачарья. Лучи из торговцев на русском. И таким образом Йогапитх Мандир был основан, и после этого в году в 1918 Читания Матх был основан, потом Гаудия миссия, впоследствии сначала Йогапитх, потом Бхактивинода Тхакур был в то время, когда Йогапитх строили, маленький храм был в то время, потом воздвигли большой, и Читания Матх был построен во времена Шрилы Прабхупады в 1918 году. И вот в день Гуру Пурнимы Шрила Прабхупада решил принять саньясу, когда этот храм призвали божество туда, и вот Шрила Прабхупад принял решение принять саньяс в тот же день под руководством Рамануджачари. Как Рамануджачари, он принял саньясу на берегу Ананта Саровара.
в Шри-Рангам. От фотографии Ямуначарьи, вы знаете, это случай. И вот он и также под руководством Рамануджа-ачарьи, вот Шрила Прабхупад принял Тринданда Саньяса от фотографии Шрилы Гоуркишвара с Бабаджи Махарадж. Уже в тот же день, в день установки божеств, основания Читания Матха, и в этот же день Шрила Прабхупад принял саньясу, чтобы проповедовать более широко. И в тот день, когда Шрила Прабхупад шел принять омовение в Гангу, на Ганга текла по-другому, вот Ваман-Пукур, там было ее русло в то время. А когда Махапрабху был, то он Параматалу, Ганга мимо Параматалу протекала вот где-то там, потом меняла русло, сейчас опять поменяла. Но в то время Навадвипа была на две части разделена. Параматала и этот Бритхашив на той стороне была, это на это. Раньше не так, еще по-другому было. И вот во время нашей Гурадам Парикрамы, после Видьянагара, когда вы проходили Парикраму, и вот когда вы заканчиваете Мамгачи Парикраму, где Вриндавана Стакура, место там, железнодорожная станция, там можно найти старое русло Ганги. И вот сейчас после Нарисимхапали тоже можно видеть, если пойти, где Алокананда протекает, там Харихара Кшетра, там тоже есть, там тоже Ганга протекала когда-то. Она до Нарисимхапали дотекала и назад текла, но сейчас все поменялось. В общем, не разберешь, что где было. Сейчас Сахаджи заявляет, что Навадвипа здесь, Майпур там. Но согласно историческим свидетельствам, Бхактивинода Тхакур все обнаружил, и Йогапитх, он здесь, а не там. Шива Санган тоже здесь, а не там. Ядвайта Бхаван тоже здесь, а не там. Даже дом Бишнупри Деви, он под водой оказался. А потом заявляет, что где Вишнупри станция, то там, но это не так. Но так или иначе, когда Гуркишвардас Бабаджи Махарадж, я несколько примеров приведу, как строг Шрила Прабхупад, он никогда не шел ни на какие компромиссы ни с кем. Кто-то ради малого количества практически готов на любые неизменности. Но так или иначе, можно вспомнить, когда Гуркишвардас Бабаджи Махарадж оставил тело. И вот, когда он оставил тело, в то время Бимала Прасад Сарасвати совершал баджан здесь, в Чайтани Матхе. И кто-то пришел и сказал Шриле Прабхупаде то, что Бабаджи Махарадж оставляет тело, уже почти умер. Это был день Утхана Экадыши, рано утром, после арати. И услышав это, Бимала Прасад с одним преданным срочно пошел туда, чтобы увидеть его. И вот у него был голубой чадр. Саньяс еще не принял, он был в голубом чадре. Я спросил Гуру Рагов, что это значит. И Сиддхартха Госвами Махарадж ответил, этот синий чадр олицетворяет собой чувство разлуки. Действительно, да. И поэтому... И вот он вместе с этим пошел с одним брамачари разбираться, что случилось. И тут сахаджи возникли,
откуда-то захватили тело Шрилы Гопикишоры с Бабаджи Махараджи, начали возмущаться, и тут вот начали возмущаться, орать, и Шрила Прабхупада, он сказал: если кто-то из вас, хоть один из вас может доказать, что ваш характер идеален, то только такой человек, пускай посмеет прикоснуться к трансцендентному телу Шрилы Бабаджи Махараджа, пускай вот хотя бы тот, кто последние полгода не общался с женщинами, хорошо, хотя бы месяц, кто не общался с женщинами, не нашлось таких. Потом на прошлую неделю и то таких не нашлось. И потом Шрила Прабхупада сказал, хотя бы прошлой ночью кто там не общался с женщинами. Если среди вас такой, кто заявляет, что не отреченный и не общался с женщинами, хоть и то не нашлось никого. В общем, они знали, что если они поклянутся в этом и прикоснутся к телу Шрилы Бабаджи Махараджа, то ничего хорошего не будет. И вот тут полиция подъехала. И вот и начали выяснять, что случилось, и этот полицейский видел Шрилу Прабхупаду, его руки сложились в поклоне, и спросил, что случилось, и сказал, что Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, он мой Гурудев, а они заявляют, что это их Гурудев, но я могу прикоснуться к его лотосным стопам и заявить, что я его единственный ученик, что я единственный ученик Шрилы Бабаджи Махараджа, а все остальные, они мошенники. Могут ли они поклясться, прикоснувшись к его телу? И в итоге никто не посмел. Этот полицейский сказал, что да, можешь забрать его трансцендентное тело Бабаджи Махараджа, сделать самадхи или что хотите, вы его ученик, вы, это ваше право. И вот сахаджи начали возмущаться, что перед тем, как оставить тело, Бабаджи Махарадж что-то завещал нам. И вот он сказал, что когда тот помрет, нужно связать его ноги веревкой и протащить по всем дорогам Навадвипы, как собаку. Но как собака умирает, обычай такой, связать ее за ноги и протащить по всему городу. Но Бабаджи Махарадж, Шрила Прабхупада говорит, что это из смирения, так сказал, и не нужно этого делать. Instruction that when I die, you will have to tie one rope in my leg and pull like a dog. Whole Dharma. And after that, you can come in the bank of Ganga and throw into Ganga. Ну и потом он сказал, чтобы еще выкинули в Гангу. И вот сахаджи начали возмущаться, что Бабаджи Махарадж тут завещал протащить его по всем улицам и выкинуть в Гангу. Шрила Прабхупада начал возмущаться, кто ж так, кто посмеет это сделать. Бабаджи Махарадж, он олицетворение смирения. Он мог сказать это, но это естественно для... Но это не, опять же не значит, что мы можем протащить его по всей Навадвипе. Бабаджи Махарадж Гуру Кишор, Гауранга Махапрабху Гуру Кишор, он возьмет тело Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа, а вы
советуете связать его и протащить по всем улицам. Это глупость. И вот этот полицейский понял, что к чему тут. But for that reason, we cannot do it. Where Gaura Kishore Babaji Maharaj can deserve the highest honor. Gaura Kishore Babaji Maharaj can deserve the highest honor. И вот Гаура Кишор Бабаджи Махарадж, он может получить наивысшее одобрение Гуранги, как в случае с Харидас Такуром. Харидас Такур, когда оставил свое тело, то Махапрабху. И вот как Харидас Такур оставил свое тело, то Махапрабху взял его и организовал последнюю церемонию самадхи для него в Пури. Это случилось, и вот времени мало, еще несколько вещей я скажу. So one time actually, и вот однажды те сахаджи с того берега, они услышали от Бабаджи Махараджа, поскольку наш Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж, он совершал баджан на той стороне Ганги, в Кулиадвипе, в Раничуре. И вот, естественно, все услышали славу Шрилы Прабхупады, и все преданные, так называемые преданные, попросили Бимала Прасада, чтобы он пришел и говорил Харикатху здесь. Шрила Прабхупада сказал: я могу говорить Харикатху, но кто же ее поймет? Но так или иначе просили, и в итоге, когда Бимала Прасад Сарасвати, он пришел туда говорить Харикатху вечером. Было тем вечер уже было холодно было, и вот он начал говорить Харикатху, и тем временем, говоря Харикатху, Шрила Прабхупада сказал, что Магурупад Падма Парамхамса Шрешта Шрила Гаура Кишора Дас Бабаджи Махарадж, его вайраги, она не отлична от вайраги Рагунатха Даса Госвами. И вот он сказал, что его вайраги, его Гурудева, она не отлична от вайраги Рагунатха Даса Госвами. И вот когда он это произнес, то Шрила Прабхупада увидел Бабаджи Махарадж, он находился там, закрывшись одеялом. И вот он сидел и слушал слова Гаура Кишора Дас Бабаджи, слова Шрилы Прабхупады. И когда Гаура Кишора Дас Бабаджи Махарадж услышал, то Бимала Прасад, он, когда он услышал о своей славе, он встал и ушел. И так это случилось. И то, что вы уже знаете, в собрании Раджи Махиндра Чандра сейчас преданные не могут сказать, что у них денег нет, но в то время даже сочетание матхи было очень бедно все. Была какая-то радость, духовная радость сейчас, но с много материального, но духовное, к сожалению, ушло. Но в то время было богатство материального не было, но было нечто подлинное. Какое-то блаженство, радость баджана, радость намасанкиртана. И вот на собрании этого Махиндра Чандры в Мурсидабаде Шрила Прабхупада начал говорить Харикатху. И вот он начал говорить Харикатху. И вот пять минут он смог только говорить, и нас эти сахаджи начали орать: хватит, заканчивайте. Нам не хотим слушать ваши лекции, остановитесь. И вот Шрила Прабхупада вынужден был остановиться.
И вот три дня он жил в его храме, но даже воду не пил. Никто не знает, но так было. Хотя этот Махиндра Чандра присылал много прасада, но Шрила Прабхупада в течение трех дней ничего не ел и не пил. И вот когда он вернулся в Майяпур, только тут принял воду и что-то поел. Посмотрите, какая решимость у него. И когда Махиндра Чандра узнал об этом, он начал плакать. И Шрила Прабхупада сказал: «Я приехал сюда, чтобы что-то дать вам, но когда я увидел, что вы не готовы ничего принять, то я также у меня нет никакого желания принимать что-то от вас». И вот Шрила Прабхупада говорит: «Если вы приглашены каким-то материалистическим человеком, если будете говорить харикатху, то этот материальный человек не примет ничего от вас, просто даст каких-то денег ради своей же славы». Но чистый саду, как Шрила Прабхупада, никогда не посещает таких мест. Гокишодас Бабаджи Махарадж тоже был приглашен, эти же Махиндра Чандры. И Бабаджи Махарадж сказал, что я беден. Если поеду в ваш дворец, захочу там остаться, жить, поэтому лучше я, чтобы не искушаться, останусь у себя. И таким образом Шрила Прабхупада все время, вся его сиддханта: «Если я буду говорить о ней, то вы поймете ее величие, и когда-то я могу сказать больше о нем». И вот в Даке, в Джуланбаре, там Шрила Прабхупада был приглашен во время Картик-врати, говорил харикатху. И вот он повторял харинам там. И в течение месяца он объяснял эту шлоку Джанмадасия Яту. Вот это Джанмадасия Яту, первый шлок из Бхагаватам он повторил, объяснял и повторил харинам. Одновременно причем. И после этого какие-то завистливые люди, сахаджи, начали завидовать Гауди миссии, начали возмущаться, говорить, чтобы никто не давал никаких пожертвований Гауди миссии, иначе мы, наше общество не будет с вами никак кооперироваться. Вот. Но они были достаточно могущественны в то время. И вот до Шрилы Прабхупады дошла новость, это Шрила Прабхупада сказал, что посмотрим, есть ли Гуранга и Нитьянанда. Вы совершаете харинам санкиртан, поститесь, не простите ничего ни у кого, пейте воду из бури Ганги, Ганга протекает мимо этой даки. И вот Шрила Прабхупада сказал, что повторяйте харинам и пейте воду из бури Ганги, и действительно всего лишь за один день все изменилось. Все люди поменяли свое настроение и поняли, кто есть кто, кто обманщики, а кто подлинные саду. И вот принесли сразу рису, далу, пожертвования и всего остального. И так вот всего за один день вся ситуация, она поменялась. Как смотрите случай с Мадхавиной Пури, когда он постился, сам Кришна принес молоко ему. И даже кхир, сладкий рис он принес ему. И мы не майявади, мы не можем не верить в Господа, Он всегда поможет нам, пытайтесь понять. Если вы будете слушать сиддханту Гаудия Матха, то очень скоро вы
поймете действительно, это полностью совершенно Сиддханта, и так или иначе, не всех есть терпение слушать так много их. Кипая хори кетана мути даран, дарани варахарак гаура джанам, джанакадика васала снигда падам, панамами сада прабхупаду падам, панамами сада прабхупаду падам, панамами сада прабхупаду падам. Actually, I like to discuss some typical Siddhanta Vichar, but situation cannot permit. If I go on speaking, you cannot understand, you can misunderstand me. Tomorrow is actually Saranga Gosai Maharaj, and also here. Don't disbelieve. If you disbelieve me, you can put question. Immediately I can give answer. Up to now, my age is old age. Up to now, not even a single devotee all over the world can speak against me. Not even. Any question, immediately answer.